луковица гладиолуса «Огни городов Харьков» Харьков City Lights входит в популярную сортосерию, посвященную городам СНГ. Растения характеризуются средней высотой от 90 до 120 см, крупными цветками с гофрированными лепестками. Они хорошо стоят в срезке, радуя сочными оттенками бутонов. Сорт Харьков распускается в июле, открывая взору лепестки лососевого цвета. На стебле одновременно раскрывается от 15 до 18 цветков, каждый до 15 сантиметров в диаметре. Цветение длится до 6 недель. Это растение будет гармонично смотреться среди маков, люпина, мальвы и гладиолусов других расцветок. Гладиолус энд квот, огни городов энд квот, Харьков – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Гладиолус прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гладиолус энд квот, огни городов энд квот, Харьков можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гладиолуса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает гладиолус энд квот, огни городов энд квот, Харьков в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы гладиолус могут быть до 14 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 10-12 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме мечевидный. Обратите внимание, что гладиолус энд квот, огни городов энд квот, Харьков самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.